Специалисты компании 4Lang Systems, находящиеся в Токио, закончили разработку и приступили к испытаниям первого в своем роде электрического автомобиля – трансформера, получившего название Earth-1. Дизайн этого автомобиля был разработан известным художником-мультипликатором Канио Окавара, из-за чего автомобиль очень похож на голову гигантского робота Гундам. Компактное шасси автомобиля Earth-1 способно видоизменяться в определенных пределах. В более компактном виде этот автомобиль обладает большой маневренностью и занимает совсем немного площади на стоянке. Но когда шасси раздвигается, сам автомобиль и его центр тяжести опускается ниже, и он становится способным перемещаться на большие скорости. Управление движения автомобиля производится при помощи традиционного рулевого колеса, а процесс его трансформации контролируется при помощи джойстика. Руководство компании 4Lang Systems оценило свое творение в 70 тысяч долларов. За такую сумму можно приобрести весьма неплохой обычный автомобиль. Но во все времена все новые технологии поначалу стоили очень дорого. Будем надеяться, что такие автомобили-трансформеры станут доступны и обычным обывателям. Если ты в поисках работы за рубежом, заходи на Евработа.ua, сотни вакансий по всему миру. Подписывайся на канал и не пропускай новости о поиске работы и вакансиях со всего мира.